Всем привет! Сегодня у нас Урал-Лесовоз. Подъезжаем в Вишерогорску. И это, короче говоря, еду в сторону Щугора. Дальше даже там за Щугор. По этой стороне, по той вернее, стороне речки Вишеры. И туда, в сторону Сыпучей. На Сыпучи, короче, там почти что до Сыпучей недалеко остается. По горам будем ездить, газовать. Посмотрим, что там, как дорога. Вот переправа это. Тут главное две переправы, вот это большая вот эта для грузовых машин, вот эта вот, которая сейчас едем. Яма тут. А вон там сбоку еще вторая переправа. Как, ну типа это та государственная, что ли, видимо, как я понимаю. Она там для легковых машин только, для маленьких. На лесовозы не рассчитана, ну как, слабенькая такая она. И пешеходный переход как типа. А вот здесь уже частники это делают, наверное, скорее всего. Тут под лесовозы дают, под тяжелый транспорт. Две переправы, вот Катя стоит. Летом паром ездит. Вон еще один катер, два даже, оказывается. Вот паром сам стоит. И там, там еще один паром, два парома даже, ничего себе. Даже два парома здесь. Повышенный.
третье местами даже. А там дальше еще хуже будет. Горбыль лежит. Птичьего полета, так сказать. Вышка даже стоит здесь какая-то своя. Телефонная, что ли, чуть не понял. Или интернет какой-то. Подъезжаю к Щугару. Где-то уже. Вот. Дома начинаются здесь уже. Вон какой-то баня, видать, какая-то, что ли? Была. Около речки здесь, видимо. Тут тоже какой-то дом или баня. Ну, баня была стопудово. Тут, видать, речка внизу вот здесь. Ручей какой-то фигер. О, по рации что-то базарит. Кто-то что-то где-то. Где это? Реклама опять какая-то. Здесь дом, он сверху, с левой стороны. Тут жилой один дом есть. Видать, рыбаки, да кто, туристы какие-то ездят. Там дача, видать, сделана. Ну, смотрят за домом. Все, окна, все сделано. А остальных домов, мне кажется, больше, ну, жилых нету. Такие все уже старые. Все уже возгнивали уже. Здоровый поселок так-то, конечно, был. Места много вообще. Вокруг. Ну, речка. Блин, это не хер себе. Мост что-то кривой какой-то стал. Речка Щугар. Только я не знаю, какая, маленький Щугар или большой Щугар. Тут две речки где-то. Одна большой Щугар, вторая маленький Щугар. Малый. Это малый, наверное, что ли. Большой вроде с другой стороны, Вишеры там. Где Волынка. Дома стоят уже такие разваленные все, какие-то остались. Или это здесь, это внизу, тут гараж был, видать, наверное, не знаю, там вот. Туда далеко, в ту сторону, влево и вправо, там далеко так поселок идет. Здоровый так-то, вообще по площади есть, как бы это прикидывать. Жилой какой-то. Это тоже туристы приезжают. Какие-то, ну или местные, может, тоже. Как дача. На рыбалку, на охоту, может, ездить, что-то такое. Так, поднимаемся.
отсюда мне 30 километров где-то надо ехать. Вообще, короче, полностью расстояние от города где-то километров 70 получается. Ну так, плюс-минус там сколько. Ну как, спидометр не точно показываю все равно. А вот именно вот из Широгорска только до того места, где я за лесом туда еду, 55 километров вот так по лесу надо ехать. По такой дороге вот. Это еще нормально, а дальше еще хуже будет. Там потом включу, покажу. Ладно, едем. Подъезжаю к делянке. Это направо основная дорога. Ну как, оттуда подниматься. Там подъем идет, а здесь спуск. Так, так, чтобы лишний раз там не накатывать, не натормаживать на спуске там на том. Сделали так вот две дороги. Или может они как-то... Что там такое жужжит? Или может специально так, чтобы как бы это... Не, может как-то хотели, не знаю, две дороги сделать. Сначала может здесь хотели, потом там переделали или наоборот. Короче, две дороги тут идет. Обездные. По идее, вот это можно было вот туда, как-то, не знаю, чтобы меньше уклон был. Как-то или как-то, или как-то, не знаю. Там вот туда левее можно было, по идее, как-то и плавно так по склону, так его вдоль склона как бы так сделать. Спуск. Ну, трактором. Опять бульдозер надо хороший, чтобы все это сделать. Вот тут уклон сильный, тут уже не поднимется вверх, а точно с лесом машина. Вот сюда какой-то поворот идет еще. Это сначала здесь, может, сделали, не знаю. Или там таскали просто лес. Вот отсюда вот дорога вверх идет вправо. Ну там поменьше уклон, чем вот здесь сейчас спускаешься. Когда груженный едешь с лесом, так тяжело все равно. Ну поднимался я тут, в принципе, вот. Первый раз, когда ехал, на четырех цепях поднялся. Ну, вагончик стоит. Сейчас не знаю, сразу надо будет четвертую цепь надеть. Ну, четыре, в смысле, чтобы помню. Еще должна машина приехать, Урал. Что-то нету, нету. Я думал, он здесь уже. Что-то не видно никого. Никого не видать. Так, надо будет еще цепи одеть, что ли, две штуки. Тут на ровном месте пока это, как сказать, тут твердая дорога. Там потом мягкая будет и неудобно будет одевать. Проваливаться. Ну, колеса проваливаются в снег. Плохо одевается потом. Ладно. Вон штабеля лес лежит. Лесоморье. Трактор, Т-шка. Так, подъезжаем к штабелям. Развернуться надо будет сейчас. Разворота. Он мешает.
площадка еще мягкая такая, как бы это торф, торфяник здесь, ну, речь какая-то или что-то, ручей протекает, и как низина, тут сыром там, вот тут правее КамАЗ проваливался тут недавно, на бок наклонило, как, ну и тут вот проваливался, кто-то говорил тоже. Короче, это опасная ситуация может быть. Не промерзла еще? Снег все равно такой мягкий, видимо.
блокировку. Блокировочку включил. Давай, давай, не бьешься, тут тоже хреновенькое место это. Блин, тянет в сторону. Ёкарный баба не вышел, блин, нафиг. Ай, собака. Зад что немного сейчас. Что такое стянуло в сторону куда-то? Охренеть, блин, что такое? Опасная ситуация. Так, ну-ка вперед попробуем. Идет, блин, ты нахрен, что такое? Как бы сейчас бровку у меня там не закусила. Блин, ты нахрен. Походу прилип нафиг. Блин, ты нахрен. Придется разгружаться, походу. Блин, ты нафиг, собака. Вот видок такой. Блин, немного не вышел. Что такое, блин? Что оно как сюда скинуло меня в сторону и все, вон. Я сейчас на бровку не вырулился сюда на дорогу. Не получилось, блин. Тут-то как бы вот здесь и сюда бы, если вышел. И потом бы я бы, ну, разгон опять сюда левее бы взял. Ходом, наверное, пошел бы, все нормально было бы. Ну, может, если бы вышел опять. Опять же. Сейчас гружу половину где-то примерно. Может, больше. Сюда вот. Потом выеду, там разгружусь и обратно. Что, а как еще? Больше никак по-другому. Блин, ты собака. Собака серая. Вон здесь немножко поднакопал. Уже. Вот сюда меня как скинуло немного, в эту сторону начало скидывать, скидывать. Блин, почти что выехал, вон, осталось-то немножко вообще. Блин, по идее, не надо было вниз спускаться, нахер вниз-то спустился. Как сюда меня наклонило немного, и вот сюда стало тянуть в сторону. Из-за этого не пошел. А вот сюда как бы левее. А что это мне так сюда куда-то в сторону мне скидануло? Блин, херня какая-то. По идее, можно было здесь скинуть лес сколько-то. И дальше бы, может, вышел. Ладно, что тогда. Как получилось, сейчас что скидываю. Опасная ситуация. Так, что, разгрузился немного? Ну как, немного, половину, даже больше, наверное, половины. Сейчас пробую, что, пойдет, не пойдет, хрен его знает. По идее, должен пойти. Сейчас туда выйду, разгружусь и обратно задом спущусь просто. Ну, если получится, конечно. Ну, пустой-то спустится все равно. Ну, можно потихонечку спуститься. Можно опять туда проехать, там развернуться обратно на делянке. И опять там опять лесовозы могут пойти. Блин, не идет. Пошел, блядь, собака.
потихоньку поднимается вроде. Рывками так потихонечку идет вроде. Воздуха уже нету в системе. Отдаем немножко. Выехал. Один ряд оставил бревен. Нормально. Так, сейчас гружусь обратно в половину и вперед. Надо как-то сейчас выровнять машину, спуститься немножко назад. А то тут что-то вот, чтобы разгон не взять на второй. Так, все, на вторую. Половина машины где-то хотя. Блин, тянет в сторону. Тянет в сторону, все равно, охренеть.
видит даже половина машины. Охренеть, бля. Не идет. Я офигеваю, бля. Я офигеваю, бля. Как заезжать-то? Весь подъем испортил, бля. Сейчас другие не поднимутся тоже. Блин, охренеть, бля. Да, блин, ты что такое? Что делать-то? Надо по краю по самому ехать. По краю он не идет, скидывает в сторону. Блин, охренеть, как, бля? Буду ехать вот так вот потихонечку как-то. Блин, да что такое? Не идет и все вообще. Пол машины не идет. Как так вообще? Херня какая-то. Ну тепло на улице. Вчера, правда, выехал, нормально было. Но вчера теплее, это холоднее было. Сейчас только на второй попробую еще. Так раскатывать колею, так можно топчиться. Блин, куда-то у меня в сторону уже я еду. Потихоньку, может, раскатается. Сейчас опять на сторону закусит куда-нибудь. Там уже у лесовозы сзади скопились. Так, ну что, загрузился второй половинкой. Блин, тут снег натрамбовался. Твердый стал. Ух ты, провалился все равно. Короче, загрузил вторую половину. Сейчас вылезу, ну-ка, из снега. И погоню дальше. Блин, тут с половинки-то еле поднялся сейчас. Ни хрена не едет тоже. Потом это, что я сделал, резину приспустил. Где-то до тройки примерно, может, 2,5 очка сделал. Все, и сразу поехал. Так потихонечку, на малом, на первой передаче. Жик-жик-жик-жик-жик. Все, поднялся спокойно. Ну, по идее, можно даже ездить, резину приспускать там внизу. Сразу заранее приспустил немножко ее хотя бы. А потом там выехал, накачал. Как-то так делать, что ли. Ну, вчера я заехал нормально, спокойно. Вот здесь вообще тоже заехал. Сегодня тепло, вообще нулевая почти. Ну, не нулевая, где-то 2 градуса, 3 минус всего. Из-за этого снег мягкий, и все, он рыться начинает, копается, и, ну, не едет.
И цепи не помогают, оно как, ну, как сказать, зацепиться незачем, даже, ну, цепи бесполезные, как бы так скажем. А КамАЗы сейчас сзади, главное, за мной ехали, они спокойно ходом пролетели, круженные полностью. И самогруз выехал КамАЗ, и два такие вот, ну, с прицепом тоже, с полуприцепом. Спокойно пролетели, говорит, даже не поняли ничего. Ну так, они ходом, что, на третьей передаче там какой-то, на четвертой, может. Движки мощные, ну резина там шире, уже из-за этого лучше едет. По идее, надо вот резину другую покупать, КамАЗовскую ставить, или колобки. Вот даже колобки поставить, ураловские вот эти, низкие которые, уже нормально будет ехать, намного лучше. Ну, в таких местах вот, подъемы где-то, да что. А на этой все уже, на. Вот особенно вот на такой вообще хреново. На такой бы я вообще тут сейчас далеко бы вообще где-то там бы застрял еще в самом начале, наверное, на первом подъеме еще. Это хорошо, это кому Урал еще, она как бы получше, ну вот на твердом зацепляет. Или еще цепи брать с собой дополнительные, 6 цепей, что хрен знает. Короче, ладно, поехал грузиться и надо ехать домой, время уже много. Рация ничего работает, так, сейчас посмотрим. Бы, конечно, как-то мне на вторую бы как-то передачу сразу же тронуться. Но со второй тяжело как бы тронуть, ну как, не тяжело трогаться, а он как это начинает зарываться сразу же. Шланг порванный, надо поменять шланг. Подкачку включить, пусть качается. Так, ну что, еду назад, загрузился, все нормально. Колеса накачал. Что так замучился качать, так долго качать их надо было. 4 колеса, что. Пока 4,5 сейчас сделал. По идее, можно даже 4, наверное. Вот этот спуск сейчас начинается, самый хреновый тоже такой. Но он еще длинный такой, затяжной. Теплая. Где-то градусов 8-10 так вот стоит.
Вроде бы завтра, послезавтра там что-то обещают похолоднее немножко. Ну, в смысле, чем сегодня. Сегодня где-то утром я в зеркало, в окно смотрел, градусник, ничего себе заносит, как юзануло что-то. Короче, было где-то 3 градуса, наверное, 2-3, так вот, примерно. Минус. Ну, это тепло вообще получается. Но он продавливается, вся дорога, даже вот здесь уже какие-то колеи начинают появляться. Но он опять зато такой снег, рыхлый, мягкий, он как бы не, ну, плохо топчется. Такой, как этот, рыхлится. С одной стороны тоже хорошо. Но лучше всего мороз, когда, конечно. Минус 20 хотя бы где-то вот так вот, самое то. А лучше 25, там где-то 30. Но вообще как по асфальту едешь. Дорога твердая, застывает, все замерзает. Снег такой, ну, твердый становится. И когда буксуешь, допустим, колесо буксует, оно не накатывает, как получается. Ну как, сцепление с дорогой хорошее такое. А вот сейчас вот буксани немножко, и все, и уже такой, как лед сверху становится сразу же. Ну, под снег как подтаивает, получается, когда при пробуксовке, от трения. И потом замерзает, и такой твердый слой получается сверху. А когда мороз, он как бы это, ну, не может подтаять, так сказать. Ну, там сильно совсем буксовать надо уже. Не знаю там, на какой степени, так сказать. Тоже, конечно, будет, если долго буксовать на одном месте. Где-то недалеко уже осталось, сейчас спустимся. По логу сделана дорога. Такой, как логи, вот по бокам вот эти, ну, получается, бугры. А тут ложок такой, и по логу сделана дорога. Ну, это обычно так и делают. Тут так, если накатать, скользко будет, тут опасно, конечно. Тут разгонится, как он туда вниз. Мама, не горюй, можно разогнаться тут. Еще полностью груженный, если... Ну, на бровку он туда, бровкой тормози. Там как бы все равно снег, вон тут с краю, там мягкий. Тормозиться будет. Вон с той стороны лоб какой. Гора торчит сверху. Это вот туда вниз спускаемся. Там как, ну, как яма получается такая, ну, речка там текет. Как-то называется, забыл уже. А вот туда вверх, это, считай, высота какая вон. Горы. Вон там. Ну так, как бы на камеру непонятно тоже. Оно как бы так на камеру как-то не, ну, сильно не поймешь, что такое там как. А когда вот вживую так смотришь, так как... Мама, не горюй, кажется, высота какая. Вот, спускаемся почти в самый низ уже. Тут все это речка теперь там. Ну и дорога сделана так вдоль речки тоже. Ну такая маленькая, наверное, речка, там ручейка. То есть. Вот он, текет впереди, течет. Текет, течет. Ну, в общем, такая широкая, в принципе, река. Метра два шириной такая, ну как бы есть русло. Правда, замерзшая сверху, снег, не видно ничего. И вот эта дорога вдоль речки сделана, прям, ну так все по речке идет. Как по низине по этой получается. По пойме. По краю вот здесь так все. По одной стороне, по правой. А вот тут площадка была великая. Лес таскали, рубили. Еду дальше. А, туда, если вниз по речке ехать,
там дорога тоже есть. Ну, сейчас нету, правда, вот тут. Так вот, ну, делают иногда зимник. Туда на переправу можно выехать. Ну, сейчас там тоже переправы-то нету, правда. Куда? В сторону Сыпучей. Ну, к Сыпучам почти. Потаскуева деревня, что ли, там как типа была раньше. Вот здесь на берегу прямо. И на той стороне там повыше немного, там Сыпучи уже. Тут переправу тоже, в том году тут переправа была. Посюда лес тоже возили. И можно было вроде и сюда, на Вишерогорск ехать. И посюда, наверное. Или только с этой стороны, не знаю. По идее, вот здесь переправу можно было сделать и туда. Ну, возить через Сыпучи, через Волынку, так вот все проезжать. Вон, протаивая все. Или что бьют, видимо. И тут тоже опасно ехать там, как бы не скидывало куда-нибудь в сторону, а то там в сторону можно заехать, там мягко и провалиться, а здесь по дороге как бы, ну, намороженное уже, тоже опасно ехать. Перевала с горы. Такая нормальная горка. На лыжи встанет, если мама не горюй будет. Ну, бровкой тормозить только если. Пока не скользко, нормально сейчас. Ну, тепло на улице, правда. Цепи стоит. Что-то никто ничего не говорил. С аппаратом видели? Не было слышно ни хера, хрен его знает. Да разъедемся тут вроде так широко. Где Толик? Он сказал, это два раза будет, наверное, вывозить наверх. Не одна. Творение машин колесо новое этом на КамАЗе на прицепе меняли, сколько так получается, 5 машин
стоим. Ну, уже поменяли, я только вот, ну, они вперед меня уехали. Уже давно. Я потому что застоял, когда они меня обогнали, пока я там перегружался, пока туда-сюда. Так бы я первый, конечно, уехал бы давно уже. Уже давно бы, скорее всего, дома был бы, приехал. Где-то часа два, получается, потерял по времени с этой перегрузкой, пока буксовал там же. И я их догнал все равно. Они там пока догружались, видать, пока туда-сюда. Ну, не торопясь, так потихоньку едут. И всех догнал, короче. Все равно вместе приедем. Почти что домой. Ну, там плюс-минус. Тепло катает. Все, по это по дороге едешь туда-сюда, туда-сюда мотает. Еще дорога такая, ну, плохо чищенная, колеи. Натопталась с осени, как получается. Снег топтали, ездили. Не чистили дорогу, и сейчас такие, как буграми такими. Так, тут надо подождать немножко, пусть спустятся. Сейчас тут спуск идет к этому, к Щугару. Уже к самой, ну, к поселку, тут, к речке. Так, подожду, пусть спустится там сначала, а то хрен его знает, догоню еще. Потихонечку, так, сейчас поеду. Разъезжался, что ли? А это на бугре прям, ничего себе заскочило. На подъеме получается, раз сюда заскочило. А это утром, это когда ехали, этот самогруз заезжал сюда. Он сзади меня, самогруз, ехал КамАЗ. Он немножко так на лыжи прихватывает. Но нам на третьей ехать, а на второй просто он там КамАЗы впереди едут что-то. Что-то медленно как-то они едут. Так-то я тут на третий спускаюсь. Чтоб скоро. Что-то его нифига там КамАЗ поворачивает боком как-то. А вон там дорога туда идет. Короче, такая дорога не очень хорошая. А, диодная балка-то сгорела, вот сейчас не включаю. Сейчас бы можно было включить, лучше видно было бы. Она сгорела, короче, ну... Там три диода осталось на ней. Ну не три, штук 10, может. И потом я ездил, короче, и ну, смотрю, что-то в лес приехал, туда, это, в делянку. Смотрю, она у меня так боком стоит. Раз, давай смотреть, а оказывается, крепление еще сломалось. Там такое, оно алюминиевое какое-то, ну слабое. От тряски, видимо, когда тряслась, там по, ну, по ямкам ехал. И потом снял ее, давай проверять, она вообще не горит уже толком, ни хрена. Это, к аккумулятору подсоединял. А, она все там, три диода горит. Я ее разобрал, выкинул, ну, на металлолом, она алюминиевая. На цвет мед, короче. Какая-то шляпная эта балка. Какое-то фуфло. Она, ну, не рассчитана на 24 вольта, видимо. Не то, что не на 24, до 30 вольт. Вон кто-то на лыжи вставал, вон это, ничего себе накатали. Вон, по правой стороне. Да, на третью включить, это медленно едет чересчур. Чересчур медленно, что-то мы едем как-то.
такое перепутаю как-то слова эти, буквы. Sugar, 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 короче, сахар. Кто-то, видать, американец какой-то сделал, ну, англичанин. Этот поселок. Sugar, sugar. Наверное, говоришь, sugar, 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 sugar. Сахар, сахар. И так потом и назвались. Sugar. И речка Sugar тоже. Видимо, как-то, ну, скорее всего. Мои предположения, так скажем. Короче, балки у меня нету уже сейчас. Надо новую покупать. Надо какую-то хорошую, чтобы она до 30 вольт была балка. Тогда нормально будет гореть. А тут она может до 24-то нормально. А получается, здесь напряжение-то больше. Тут 28-29 вольт. Оно, ну, явно это как бы не рассчитано на это. До 30 вольт надо, чтобы было. Или на 12 вольт как-то ее переключать, ну, переделывать. Или чисто специально, которая такая на 24 только идет, ну, до 30 вольт, искать такую балку. Какую-то маленькую можно купить, не такую большую, поменьше, они продаются. Или противотуманки какие-то такие небольшие, две штуки. А, можно противотуманки 12-вольтовые параллельно, последовательно, вернее, соединить, и все, как-то так сделать. Вот речка Sugar. 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 Блин, у меня рот не это. Рот не поворачивается выговорить, чтобы. Вон. Вода слышно булькает. Он даже не замерзает. Вообще льда нету на речке. Течение большое, видать, и он не замерзает. И теплая вода, видимо. Ладно, на этом закончу, наверное, это видео. Там дальше не знаю. Если что-то интересное, то включу. Если нет, то думаю, о, что-то по рации там жужжат. У них рации, между прочим, тут у камазистов тоже у всех. Ну, не у всех, но почти у всех. Можно переговариваться даже. Сегодня переговаривался нормально вроде. Ничего, слышно хорошо. Рация работает. Ладно, всем пока и до новых встреч. Такой получился видос с застреванием в горку. Время сколько? Так, 7 часов время уже. Получается, еду.